горе жил один человек. Звали его Заратустра. На высокой горе жил один человек. Его трое друзей, огонь, орел и змея. Солнце палило утром. Солнце палило днем. Солнце палило ночью. Ночью солнце палило огнем. А в ночь спускалась к нему коварная змея и приносила сладкий яд. Орел срывался, орел срывался с облаков и поделиться своей пищей был готов. Нет, это снежный человек.